Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке в описании и выиграй главный приз до 100 тысяч рублей. Комментаут с Варнавой. Мне очень нравится Варнава, в принципе, и Мигель. Мне интересно, что там будет, на самом деле, реально. О, это этот Саня! Спасибо за сап, я люблю. Спасибо, тебя. Я вас, да, за КД, за сапку, брат. Салют, Володя, ну что, готов снова почувствовать вкус успеха? Там, походу, сейчас опять привет, хуйня Саш. Будет. Давайте перемотаем сразу. Пескочка. А, бан! На столе 3 карточки. Звезда, комментарий и наказание. Участник вытягивает звезду, который должен написать в Инстаграме случайный идиотский комментарий. Если участник думает, ничего себе, шоу комментариев. Мигель! Как же он постарел, блядь, у него жопа седая, посмотрите. Реально толерантным шоу. Сука. Да, да, вы правы, мы сегодня пригласили женщину. Участница команды. Боже. Я заметила, что Варнава начала носить линзы. Зачем? Она же, у нее же прекрасного цвета глазки. Свои секреты. Да все, я не оруду, простите, это не я. Главного клуба КВН. Лицо с троллейбуса, виновница многих кредитов как России. Она, как она хорошо выглядит, да? Привет, дорогая. Как она прекрасно выглядит. Привет. Очень, я понял, да. Ну все, остановись. Участник «Фабрики звезд» 2004 года. Мигель любит быть в центре событий, поэтому и фильм «Зеленая книга» он смотрел с заднего сиденья автомобиля. В чем прикол? Чтобы никто не думал, что у нас какая-то подстава, мы перемешиваем карточки. Все рандомайзом. Так они семечные, чего? Для того, чтобы определить, кто начинает первым, у нас есть камень, ножницы, бумага. Сидер-систерс. Да. Опа, Мигель. Ну что Мигель так матерится, блядь? Поэтому начинай. Да уже открываю. Да, давай. Федор Емельяненко. Да, давай вначале за... В смысле у нее коррекция, это как? Пойдем в Инстаграм Федора Емельяненко, мы специально его подписали. Угу. Ну а ему сейчас можно писать? Ему в смысле сейчас... коррекция? Она цвет глаз операции поменяла? Такое возможно? Это же линзы. Я не верю. Я не верю. В смысле? Екатерина Варнава сменила цвет глаз? Ебать! Офигеть! Да я не верю, мне кажется, это Да не! Нет, да это ложь! Да нет, это фэк, чуваки, да нет, это линзы носит просто, что вы самое это делаете? Да просто линзы носит молодая. Конечно, можно писать. Мы его не разбудим. Его брату 10 дней пока что бесполезно писать. Федор. Что за Федор? Это вообще за нейм. А какие-то были у него комментарии на тему того, что женщин бить нельзя, да? Ни одного. И к тому же, все же мы знаем, что за домашнее насилие всего лишь 5000 рублей. А он богатый человек. Поехали. Беру наказание, да? Да. Что, твой соперник на тебе срезает трусы ножницами, не снимая с тебя одежду? Пожалуйста. Подожди, а можно просто открыть? Ты знала заранее задание, нет, просто прикол в том, а если я без трусов? Хорошо, и теперь я смотрю, какой комментарий, да? А если я без трусов? А кто это делает? Я прям завелась. Делаешь ты. А, я тебе, ей состригаю на трусы. Будешь скидывать Максу Фадееву на абонемент в спортзал?
Охуеть. Да, будешь скидываться, это Максу, жестко. Будешь скидываться Максу Фадееву на абонемент в спортзал. Хэштег. А надо. Хэштег какой? Хэштег нужно, да, прочитать. Жирный. Хочешь, я напишу? Рано. Ну, ерунда. И это прям вообще. Там выбирай, что будет веселее, скажи мне. Либо трусы я тебе. Бля, зашел на стрим, тут Варнава поменял цвет. Знаю, либо ты пишешь. Будешь скидываться Максу Фадееву. Ну, конечно, трусы, ребят. Нет, правда, а если нет трусов, что тогда? А у тебя есть, как бы, тути-фрути? Здесь есть? Тогда тути-фрути. Не, ну правда, без трусов я сегодня, ну чего? Ну бывает же такое. Реально? Напоминаю. Я же не знала, что надо трусы одевать на эту программу. Пиши уже. Напоминаю, это зима в России. Человек без трусов. Я могу себе это позволить, потому что я артистка. А может быть, ты наоборот не можешь себе позволить? Можешь. Такая пиздатая. Да ладно, пиши. Не буду я писать это. Знаешь, что меня смущает во всем этом? Вот во всем этом меня смущает. Что именно, скажи? Жирный намек? Да, да, да. Да. Ну, это нормально. Что это? Это же не ему. Фадеев. А там нормально. Смотри, кому. Ой, я тебя умоляю, он столько говна сделал в своей жизни. Тебя умоляю. Наше шоу закончено, пора! Бля, что-то Мигель переборщил. А он может закрыть твое шоу? Ты знаешь об этом? Он может закрыть даже мое шоу. Да! Поэтому, ребята, исключительно из-за солидарности к вам доставай лифак. На. Ну ты с ума сошла. Вы будете резать лифчик или нет? Ебать, они прикольные, кстати. Интересно, ребята. Дарья, да подожди, стоп. Сейчас мы порежем лифчик. Все. Мы будем сейчас, что порезали? Все, порезали? Нормально? На. Ой, набухли сразу! Чё, а что ты скажи, ну, вот, ну блин. Я, наверное, сразу, знаете, такое чисто удобство нереальное. Хочу, я понимаю. Хочу, пользуясь случаем, хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Федору Емельяненко. Спасибо. Все? Ты молодец. Ты молодец. Посмотрите, как он бережно сложил лифчик. Зайка какая. Мне нужно жене что-то подарить на 8 марта. А надо было подписаться. Ты рыгнул сейчас? Да. Итак, джентльмены в нашем шоу, пожалуйста. Постойте, у нас здесь есть представители из еврейской диаспоры, поэтому ножницы могут пригодиться. У нас еще интересные наказания. А вы здесь прям обрезание делаете? Привет. Обсуждаю, Привет. осуждаю. Я полностью не согласна с тем, что он сказал. Просто мерзость ебаная. Дико извиняюсь за его слова перед вами. А чё чат не летит? А чё чат вообще пустой? Ебать, вы замолчали меня? Мне показалось то, что... Блин, можете в чат что-то ебануть? Мне показалось, что у меня НС сломался. А! Плюс чат. Ребят, короче, полностью осуждаю его точку зрения. Нужно быть толерантными, ребят. Плюс чат, если тоже осуждаете, короче. Наживо, посмотришь на камеру. Все, привет, ребят. Я испугалась, дева. Вы типа сидите, короче, тупо ножки сложили и смотрите, как я понимаю, да? Нет, кожаные перстни, блядь! Понятно, я вас поняла, окей. Итак, Егор Дружинин, ёбаный в рот! Это кто такой? Как оно вышло? Мы с Мигелем похожи, оба орём так же громко. Поехали, наказание, да? Да. Прям отсюда или можно какое-то другое? Давай, вытаскивай с конца, тебе прям везёт. Твой знакомый? Крафтовые соки. Голыми ногами соперник давит виноград, и тебе нужно выпить стакан виноградного сока. Да ладно, у Катьи чистые, отличные, красивые ноги. Нет, на всякий случай мы попросили ее, чтобы она месяц их не мыла. И дальше. Да, а давай зайдем к нему в Инстаграм, вдруг там что-нибудь интересное. Ой, я обожаю, давайте. Че, вы думаете, я на нее подписан? Вы знаете, сегодня чечетка с утра. Я поняла, что он танцы вел с ним, я вспомнила. Ты умеешь заводить друзей, да, Галя? Ой, очень. Комментарий, да? Да, комментарий. Сегодня сделаю пост про секс-игрушки, от которых больше всего натирается и раздражается кожа. Сделаешь репост? Это 100% твоя тема. Подожди, посмотри, когда была эта публикация, посмотри. Наверное, 18 февраля. 18 февраля? Вот. Ух ты! Ну что же, звонят вчера, что уже переходит. Да он не заходит к себе на страницу. Поверь, да, это изи. Да это изи, мне кажется. Это мой первый комментарий. Егору? Егору дружина. Так зарождается дружба. По-моему, у них вечная дружба уже. Опубликовать.
У нас сегодня в шоу есть суперприз. А какой именно, вы хотите спросить, расскажет наш распорядитель подарков. Пожалуйста. Сейчас, сек. Мам! А, надо похлопать, что ли? Господи! Бонжур, мадам, месье, внимание! Сегодня победитель получит приз от спонсора нашего шоу магазина. Я шарами надышалась, извините, ребят. Парогенератор! Вот он, красавчик! Муа. Тебя поцеловать или что? Руку поцеловать? Евгений Петросян. О! Евгений Петросян. Кто все эти люди? Да, он очень активно, активно пишет. Что, захожу к нему? Петрося. О, Евгений Петросян. Пацаны, у меня подписчиков в Инстаграме больше, чем у Евгения Петросяна. Скоро Мигеля обгоним. Тысяч. Мигеля. Как правильно его имя? Мигеля. Но из-за естественных причин их становится все меньше и меньше. А что это такое? Сколько ему лет? Вот этой фотографии надо написать да, комментарий. Да, да, он, видимо, поздравляет. Сиди, нашел эту картинку. Сколько творческой фантазии у ее создателя, сколько радости. Балагурство. Я никогда не думала, что буду стоять без лифчика и, читать слово балагурство. Смотрю. Улыбка бабушки. Помыть вставную челюсть языком. Не пугайся, ты еще не видела. Йоу-йоу-йоу-йоу. А что она ела-то, эта челюсть? Слушай, я не верю, что она ела. Они ее измазали в каком-то говне. Разумеется. Имя... В каком именно? Вот вопрос. Вот в чем вопрос. Выглядит реально как говно. Можно я сейчас выберу комментарий? Да, молю давай, тебя. Давай. Читаю. Давай. Захожу в твой аккаунт, когда хочу похудеть. От твоих постов... Малю. Пацаны, а вы это сама от моих постов дрищите там, нет? Я с ним не знакома. Ну, малю! Давай. Захожу в твой аккаунт, когда хочу похудеть. От твоих постов либо тошнит, либо дрыщу. Ебать, продюсер этого шоу, напиши мне, брат! Да нет, ты что, так не думай, блин, напиши. Давайте так. Ой, захожу в твой аккаунт, когда хочу похудеть. Окей, давайте я напишу. Я напишу. Постой, это... Да ладно. Неужто ли не полижешь? Пацаны, что, может полизать? Под фотографией блинчиков. Лайкну. А я и дружинина не лайкнул. Надо лайкнуть. Захожу на ваш аккаунт или на твой аккаунт? Твой. Если ты еще с уважением ему это напишешь, это будет вообще. Захожу в твой аккаунт, когда хочу похудеть. В жопу, я полежу вот эту штуку. Давай. Посмотри сюда и пойми, насколько высоки ставки в шоу. Опубликовать. Все. Нахуй ей электроутюг, она себе 5 штук таких, блядь, купит. Ты дьявол! Ой, прям я чувствую, что прям, блядь, день пошел на смарку. На смарку. Лисан Утяшев. Это же на Паше, Воля! Реально, вот что все так, что это? Вы понимаете, какая химия, какая магия на программе? Да где эта магия, блядь, подожди? Она у тебя такая же, просто она у тебя... Емельяненко, Петросян, это что за прикол? Ты по мужчинам больше. Так, наказание, поехали. Записываешь сториз фразу. Верить в Бога в 2019 году? Вы серьезно? Ой, это жестко на самом деле, это жестко такое. Я бы не смогла такое сказать. То есть ты понимаешь, что там начнется? Ну, верить в Бога в 2019 году? Серьезно? Да! Серьезно, да? Я хочу... Пиздец начнется, ажиотаж. Там у Тяшева последний пост, там видос. За кого болеете вы? И комментарий. В курсе про твой конфликт с Азиз... С Айзой... Кто это? Айза Анохина. А, ой. Полностью тебя поддерживаю, пора пропердолить этот курятник. Я бы написала. Если выбирать, я бы, конечно, написала комментарий. Не, ну в Бога да. Серьезно? В Бога да. Да, ну, блядь, не, достался Петросян. Поздравляю. Или за челюсть. Так выбирай, что ты хочешь. Блядь, конечно, харизматичная. Я просто смотрю нахуй, не хочу прекращать на нее смотреть. Она просто, она очень крутая. Написать ей не проблема. Что я буду, что там надо делать? Сдрючить курятник? А. Ну, либо написать, записать сторис, либо написать такой вот комментарий. Ну, смотри, ты отмечаешь Айзу Анохину, она видит этот комментарий, и у тебя в любом случае начинается щит. Ну, начинается курятник, да. Да. Что, пишешь комментарий? Конечно. Угу. Очень хороший. Дружинина тебе мало. Хорошо, давай.
Ой. Я со всеми пострусь. Тихо. Ай, Зой. Ай, Зой, да? Ты сам медленно пишет. Нахуй себе айфон купи. Не, подожди, а я сейчас пытаюсь вспомнить, может быть, у Айзы был какой-нибудь конфликт с Лисан? Не было. Лисан вообще ни с кем не конфликтует, знаешь? Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Бля, какие они крутые, я сейчас обоссусь. Дмитрий Нагиев. Ну, давай. Ага. Что это? Да, каким тебе везет? Что за прикол? Подожди, мы сейчас еще решим, какое наказание. Прям, ладно. Давай. Может быть, с удовольствием оближешь. Вы знаете, что? Вы знаете, что Дмитрий Нагиев азербайджанец? Получается, он мой брат. Вы понимаете это вообще? Мы все вместе шары дуем. Выкладываешь фото. А вы знаете, знаете ли вы, что у Дмитрия Нагиева левая часть лица атрофирована? А знаете ли вы? Вы знаете, типа, у нас такие вставки нереальные. Такие нереальные вставки, короче. Тарас, у вас подпись. Парни, а кто такой Нагиев? Кто такой Нагиев? В смысле, донаты стоят. Они не стоят, они сидят. Такие милахи! Какая подпись? Выкладываешь фото Бузовой и Тарасова с подписью. Мне жаль, что эти двое... Ебать! Мне жаль, что эти двое расстались. Но как можно от такой не загулять? Согласны со мной? Это я пишу Дмитрию Нагиеву. Скинь контакт. Я что, бухаю, что ли, прям? Скинь контакт того чувака, которому ты продал ордена своего деда. Давай зайдем к нему в Инстаграм. Если там он написал, что опять барыжу орденами, то можно писать. Так. Это пиздец. 7,3 миллиона. Катька. Это всего лишь слова. Катька, ты чё? Нет, в смысле, ты сейчас за то, Кать, то, чтобы я выразил. Это реальность, Катюнь. Не, наказание очень жесткое. У Кати вообще не везет. Кать, заклинаю тебя, Катюнь. Вот это выкладывать или что? Или нет, пиши комментарий. Тогда у вас будет 2-2. Но если не напишешь, ты останешься хорошим человеком. Подумай. Да в пизду, Варнава, ебашь. Вот это, мне кажется, вообще не надо. Да, а память дедов почему нет? Нет, стоп. Но это прям теребеж. Вдруг я не согласна с этим. Написать вот это вот после вот этого, как женщине, с фотографией. Ну, они это красивые пиздец, были парой, правда. Очень красивые. Красивые. Особенно Тарасов, ну как бы. Я прочитал мысли Мигеля сейчас. Тихо. Ты, в принципе, можешь отстереть этот пост, после того, как ты выйдешь отсюда. Да? Кстати, да, вы легко можете удалять свои комментарии, фотографии, но наши зрители под вашими постами будут писать «жим-жим». «Жим-жим». Что теперь? Ты знаешь, что мне пишут в комментариях? Поэтому ваше «жим-жим» 15 минут листать, это вообще благодать. А ты читаешь комментарии? Нет, я не читаю комментарии. Я тоже не читаю комментарии, это пиздец. Ну, да, вообще, в принципе. Я не могу, я не буду трогать Бузову. Это уже, знаешь, за гранью. Вот как ты говоришь про американцев, это за... Вот для меня это уже за гранью. Ну, я тоже считаю, что афроамериканцы — это за гранью, да. Это за гранью. Я полностью осуждаю мнение этих ребят, которые несут полную хуйню. Вот. Я полностью осуждаю их мнение. Я с ними не согласна. Я извиняюсь, если могла кого-то обидеть их мнением. Вообще похуй на них, поебать мне. Вот, ребят, осуждаем. Дала! Секунду! Тогда я так не считаю. Ребята, у меня жим-жим просто. Алюнь, у тебя все хорошо. У тебя клипы, песни, многотысячные, многомиллионные залы, поклонники. Ой, зря ты, мать. Ой, зря. Я не буду писать ордена деда. На это есть причины. Поэтому я выкладываю фотографию. Мать, зря ты, мать. Да? Это пиздец. Да, я напишу комментарий. Я как человек деда, который воевал. На что бы я ни сказала, блядь, я Чего ты? Я выложу Бузову на Гиву. А чё ты реагируешь-то? Я выложу на Гиву. Пошли, нахуй, я ушла. А есть шампанское еще? Есть! Ладно, я вернулась. Жим-жим у Варнавы, походу, парни. Хорошо, я пишу комментарий. Видео Нагиева про деда. А там есть видео Нагиева про деда? О, боже мой. Давай, я зайду прямо на YouTube.
Я не понимаю, что у тебя сейчас происходит. Я готов сейчас сгореть от стыда. Мне отвратительна любая агрессия, да. Сказали вы. Да. Мультик про ракеты, способные долететь до Флориды, вам тоже отвратительно? Я этого не понимаю. Как и надписи на Берлин. Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики. Вот. Я, блин, сейчас что-то послушала, мне кажется, Нагиев охуеет от такого коммента. Есть какие-то рамки здесь вообще? Да, вон две. Ну это жесть, ты согласен? Ты согласен? Да, это полная это жесть. Жесть и в одном, и в другом случае. Вот. Это полная, абсолютная жесть. Не нагнетай. Я не очень нагнетай. Боюсь того, что сейчас будет следующим. Я не могу это написать, честно. Ты Бузову выкладываешь? Да, я буду выкладывать Бузову. Вот смотри, если под... Я смотрела вашу программу, Не было такой жести. Ладно, давай я сфоткаю Бузову. Что ты шатаешься так? Давай посмотрим. Рамочку сделала. Ты лохушка, Кать. Да? Я согласна, лохушка не рада. Почему? Нет. Ты оставишь это в своей ленте? Конечно, надо оставить. Молодец. Михеева оставила ноготь навсегда. Да, я видел. Ой-ё. Мне жаль. Ой-ё. Кать, не делай этого, Кать. Да почему? Катя, молю, Кать. Кать, молю. А, вау. Без кавычек, конечно же, без кавычек, это же твои мысли. А не чьи-то. Ты же в бумажке пишешь. Я думала, вы не заметите. Я бы оставила это в ленте, написала, представляете, вот так вот говорит Айза. Гаврюша звонит не вовремя. Гаврюш, перезвоню! Я в жопе! Бля, какая она крутая! Ебись она! Ну а что делать? Ну давай. Малыш, давай. Ну что делать? Посмотри, меня новый кумир, походу. Всего на соцсети. Конечно, вообще, хуйня какая. Я отправляю. Да, нужно. Давай. Нужно уже действовать, я правда. Я отправляю в свой аккаунт. А как вы это делаете? Вы все время гудите. В чем проблема? А, поделиться вот. Капец! Где? Обновили. Надо обновить разочек. 50. Нет, давайте. Да, Варнава на кухню похоже очень сильно. Очень похоже на Юлю Ляшеву. Через 2 минуты. Да не бойся, всего лишь через 2 минуты. Через 2 минуты. Давайте новое. 100%! Но... Взломали! Конечно, согласен. В смысле? Взломали? Нет. Камин-аут. А, все. Прост. Вы на передаче у Гудка. О, ребят, спасибо, нормально. Не у Гудка, а я придумал вот так-то. Да, согласна, брат. Ну не как мы с тобой на стримфесте. А, это сучка лысая. Бля, такая сука ты, конечно, нереальная. Привет, зайка, спасибо за донат. Приходи еще на next всякие мероприятия. Может быть, в Казань поеду, кстати, и в Питер, может быть. Но это вряд ли в Питер, вряд ли. И в Казань тоже вряд ли. Пизду. Вы должны... Если позовут кто-нибудь какие-нибудь организации... ...были знать. Я намекал всеми способами. Так, ну что? Давайте, поехали, я теперь. Катюш, какие ощущения? Да мне вообще сейчас классно. Я даже прям описывала сейчас. Мне стало легче. Это адреналистика и твоя. Да, нет, но на самом деле, эмоции... Я прям вот это выкину, вот этот комментарий выкину прям. Эмоции ужасные. Спасибо. Это круто. Ты очень смелая. Катя, ты очень смелая. Да, такая. Но ты очень... Какие же у нее глаза пиздатые, что с ними сделали? Смелая, да. Жанки Дарк точно такое же говорит. Тащи давай. Тащи, внимание. Владимир Познер. Кто это такой? Ебать, они кричат громче, чем я. Кто ты такой? Почему они так орут? Этот человек... Я не могу! Познеру! Я фанатка Познера! Я тоже, но я не могу! Не было ни одной программы, чтобы была такая жесть. Вы даже людей берете каких, ты чувствуешь? Наказание. Да. Давай. Насекомый снайпер. Через трубку соперник вдувает себе в рот насекомое. Пожалуйста, опа. Это что, насекомый снайпер? Получается. А какое насекомое?
А если я его случайно вдохну? У нас есть запасной. То есть, получается, я быстро написала и еще вдохнула таракана. Вообще. По ощущениям одно и то же, знаешь. Если ты реально мне будешь дуть, я буду дуть обратно. Владимир Познер, комментарий. Два дебила, блядь. Знаю, как ты любишь смотреть на собачьи саити. Сегодня будем вязать лабрадора с мопсом. Оба мальчики, у меня 8. Нет, во-первых, я тебе не вдую никогда этого таракана. Леша. Ты криминал-то, что ли? Нет! Нет, она не здесь! Лёш! Да, она. В школе 11-классник передавал на свой 1-классникам, те относили их ПО точкам в падике за конфеты, и потом один перваш спалил систему, и всё, пизда, стерли тамак. Чё, блядь? Чё? Спасибо за наброс. Что-то нихуя не поняла, там на свай. Ну там, блядь. Лёш, объясни Оле все, пожалуйста. Навацкий, ты следующий. Я знаю, что это, блядь. Я еще учился, думал, что у меня в ордах ухуйно стоит, чё это там никогда. Ты в эфире. Кусок поставильщик, подставь. Лёх, ты в эфире, Лёх, в эфире, в эфире. Ой, люблю вас, давай. Обожаю, Навацкий Дахаус. Давай, поехали. Бля, интересные ребята, очень. Ты просто посмотри. Чё, внимание? Я не знаю, кто это, кстати. Ты просто посмотри, чем он пройдётся нахер. Вот посмотри сюда. Так. Ты понимаешь вот это вот? Ощутить что? Во рту. У него из каждой, лапки это торчит, торчат штуки, которые будут цеплять. Он зацепится, сука, за мой язык и будет ползти. Что-то как-то серьезный вид программы приняла, да, очень? Вообще, да, реально. Меня мама убьет. Моя причем. Нам нужно решаться, что ты будешь делать, ты будешь писать комментарий или ты будешь выполнять наказание? Я не понимаю механизм, как вдуть, чем вдувать. Смотри, вот так. Нет, в смысле, почему? А зачем мне вот это вот, если я губами буду прикасаться? Поехали. Почему такая истерика, блядь, началась? Нет! Только не роняй его, не роняй! Не роняю, не роняю. Ебать, увидели варнал? Бай, малыш. Да не надо, уберите. Давай, дружок. Давай, друг. Он сам, смотри, сам обоссался уже. Да. Шипит, ты слышал, как он шипит? Да! Все готово! Так, есть! Готово, блядь! Скорей! Скорей! Есть! Скорей! Давай! Нет, я не буду! Это не страшно! Это не страшно! Бля, два идиота! Нет, так не пойдет, убирайте трубу! Рано, 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 это мотивация. Ну вы и трусишки, а! А вот давайте, я у вас просто спрошу. Вот вы бы согласились поцеловать вот эту вот, да. Назовем ее Маргарита? Нет, не написать Познеру. Нет, лучше таракан. Таракан, таракан, ну конечно. Тогда условия, все убирают телефоны. Все убирают телефоны, выключают камеры, теперь мы газета. Давайте. Вы чего юритесь? Ну-ка ешьте. Да что за слова такие? Юритесь. Вы прекратите белокурить, ребята. Ну, право слово, ну. Мигель, тебе в таком случае, если ты не хочешь насекомого снайпера, тебе нужно написать комментарий Познеру. Я подпишу. Пишу. Да? Я пишу. Хорошо. Я не могу, ну правда. Не, Владимир Владимирович, извините меня, ради бога. Я вас очень уважаю. Ради бога. Катюша, одну штучку. Почему этот веселый носик загрустил? Можете убрать ее? Я пишу уже. Ну, началось. Ой, это очень жестко, на самом деле. Я бы вот это не смогла сделать. А ответ очевиден. Я не могу. Но он же увидит потом это, поймет, что это за херня была. Даже если он на меня сейчас очень сильно обидится. Да, я тоже так считаю. Но я не могу. Все, поехали. Есть. А бля! А че Варнава 1 балл? Сыкуха нереально. Сергей Собянин. Пиздец. Катюш, только ответь на вопрос. Москва похорошела? Москва похорошела. Ну вот,
469 тысяч. Да кто-то читает. Команда детского технопарка «Мосгормаш» выиграла национальный конкурс среди школьников по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов. Нам нельзя на этом смеяться. Клевый аппарат. Картонный труп. Насекомый снайпер. Да пошел ты. Еще один. Это другой. Смотри, я оружие новое, Катюш. Пиздец, на самом деле. Он еще больше. Ты видишь, что происходит? Ты его лапы, ты его ноги видел? Стоп, пока что. Да ты возьми рукой, не бойся. Видел, как я хватаю его? Надеюсь, не такой комментарий у нас есть на этой карточке. Подожди. Или написать. А чё там? Ну? Какие же суки вы? Что там? Я чё сделала-то плохого? А чё там? Я ничего не сделала. Я налоги плачу. Да это просто, ребят, это просто за гранью. Я вам клянусь, это просто за гранью. Давай. Я вообще думаю, что вся эта программа, это просто она не выйдет, потому что это, ну такого не может быть. Это пипец. Такой адреналин после секса в общественном месте. Спасибо за идею. Теперь постоянно буду ходить в центр для слепых. Бля, я это сохраню. Это просто пиздец. Это просто цитата для моего нового поста в Инстаграме. Это просто, это настолько аморально. Это просто пиздец. Это какой-то пиздец просто. Нормально, да? У тебя всегда есть выбор. Катюш. Кать, нет, смотри. У меня, правда, трубка уже от шампанского запотела, но не важно. Он просто сейчас кайфует. Он думает, вот бы кому-то в рот попасть. Давай, я не буду это писать. Нет, ты что, нет, мать. Я не буду это писать. Ты же сказал, что ты не сделаешь этого никогда. Ты понимаешь, чем... Ты понимаешь, в чем проблема? Ну, как такое можно написать? Собянину. Да, ну, это я Познеру написал про собак. Подкинул идейку, Катюня, не хочешь ли попробовать для разнообразия? Это я норм. Прям вижу а этот то, диалог. Что Владимир Владимирович 8 ко мне сегодня должен приехать на то, чтобы я при нем случал собак. Ну ты насадись, что ли? Пиздец! Кать, мы же останемся друзьями, Кать! Это был фальш-старт. Давай в него. Фальш-старт. Так, давай еще. Давай, я сам. Я сейчас уже не боюсь. Перезарядили орудие. Кать, не соглашайся, мне сейчас стыдно будет. Я не согласилась, а ты согласилась. Ты уверен? Нет, я не могу это написать. Как бы... Ебать, сыкуха. Ну, я могу его вот так сделать, вот так. Да. Пожалуйста, да. Можно я не буду в рот? Хоть вы-то не будьте слабаками, смотри на меня. А? Приветик. Ну, пожалуйста, ну можно? Я могу его вдохнуть. По правилам. Катюш, нужно по правилам. Вы не понимаете, я боюсь насекомых. У меня паническая боязнь насекомых. Я боюсь бабочек даже. Какая актриса, все вместе. Хорошо, браво. А как я его выплюну, если он зацепится? Я помогу тебе. Я буду бить тебя по спине ногой. Заткнись. Так, не открывай рот просто и все. Лови хапочку. Не надо, не делай так. Поехали. Нет, он там. Вон он. Ебать, она все... Кошку порвала бриллиантовую. Ебать, она все сиськи там выпалила свои. Катя, ты прекрасна. Несите шары, блядь. Наталья Медведева. Ну, это нормально, кстати. Наталья Медведева. Наказание. Так. Тайное признание. Звонишь звезде, и тебе нужно подвести свои фразы. Не могу не сказать, под ваши песни у меня всегда самый мощный трах. А какой звезде звонить? Николай Басков, это класс. Это класс. У Кольки вообще отличное чувство юмора. А я не знаю его просто. И самое главное, смотри, и самое главное, в наказании каким-то образом подвести. О, я напишу это, камон. Хотел бы поиграться с твоими яичниками. Не с яичниками же, а? С яичками.
Хотелось бы поиграть с твоими яичками, если бы они, конечно, были. Медведевый. Бля, мой, я буду скринить отсюда, знаете, комментарии для просто... для своего инстаграма. Знаете, когда фотки выкладывать буду? Это очень забавно. Я напишу, поймет. Да пиши. Либо Баскову позвонить и сказать о том, что не могу по твоей песне так трахаюсь. Тоже. И то, и другое вообще. Вот это даже приятно. Мигель, ты в любом случае у нас уже победитель. И, как у нас заведено в программе, победитель всегда в конце шоу звонит Баскову. Аппарат вызываемого абонента. Досада, блин. Я предложу все варианты, да. Хорошо? Витас. Дюжев. Так. А он поет? Да, у него как-то... Розенбаум. Нет. Нихуя себе там, блядь, варианты. Нет. Ты что, нет. Отлично, Дюжев давайте, отлично. Давайте Витасу. Звоним Витасу. Витас, который... Я сейчас запела, вы это слышали? Еба, я запела! Да-да, алло. Алло, Виталий? Алло. Вы меня слышите? Это Мигель. Кто? Мигель. Мигель, я не знаю, кто это. Это Мигель, наставник танца проекта на ТНТ. Знаете такой? Еще раз. Проект «Танцы на ТНТ», Мигель. Может быть, знаете такого? Да. Я звоню вам на самом деле сказать только лишь одну фразу, потому что под ваши песни у меня всегда самый мощный трах. Отлично. Спасибо вам большое за ваше творчество. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо большое. До свидания. Ботинки Гукати Варнавой. Это с вами очень жестко. Это было шоу Коминтаут. И наш сегодня сегодня. А также Мигель сегодня получает настоящее железное яйцо, потому что ай, программа он доказал, что он человек с характером и с железными яйцами. Аккуратнее, это аккуратнее, тоже я знаю. Тебе. Катюша, обожаю, ты супер. Будьте прокляты. Мигель. О, боже. Погоди, не надо. Мигель. Спасибо этот большое. Этот парогенератор спасибо. Твой. Я буду пользоваться им всю жизнь.